Украинская актриса Дарья Петрожицкая, исполнительница главной роли в комедийном сериале «Папик», приняла участие во втором эфире 10-го сезона вокального шоу «Голос Украины-2020». Дарья Петрожицька, я з Чернігова, мені 28 років, і це моя перша сторіс на «Голосі країни». Дарья Петрожицкая, исполнительница роли Лизы в комедийном сериале «Папик», который вышел осенью 2019 года, по результатам этапа «Выбор» вслепую попала в команду Тины Кароль. 28-летняя актриса, родом из Чернигова, уже дважды пыталась стать участницей шоу «Голос Украины». Актриса театра на Липках поет с детства, и хотя не училась в музыкальной школе, выступает в составе кавер-бенда «Дичка». В воскресном эфире 26 января Дарья исполнила песню «Голубка Vivian Mort», которая была также саундтреком к сериалу «Папик». Из всех тренеров к ней повернулась только Тина Кароль. Таким образом, Дарья Петрожицкая стала единственной конкурсанткой, которая попала в команду к Тине Кароль в этом эфире. Зрители шоу «Голос Украины» активно комментируют участие молодой актрисы в шоу. Дан Балан прокомментировал: «Это волшебство какое-то. Вот девушка, как девушка. Но когда она улыбается, все вокруг расцветает. Это настолько волшебно. Я смотрел сериал «Папик» только ради улыбки Дарьи. Это единственный участник за два выпуска, который мне понравился и за которого буду болеть». Часть зрителей шоу возмутилась тем, что только Тина Кароль повернулась к конкурсантке. Дело в том, что в одном из эпизодов сериала «Папик» по сценарию главная героиня идет на вокальное шоу «Спевай», в котором с этой же песней «Голубка» попадает в команду к Тине Кароль, которая снималась в «Папике» в эпизодической роли. Девушка приятная, но и понятно, почему Тина повернулась, снимались то вместе. Все-таки договорняк присутствует в шоу. Подстроенный все очевидно. Не ожидал от Тины такого. Сегодняшний выпуск называется «Все по блату». Девушка неплохая, но судьи очень неискренне показывают восторженность и неузнавание. Вообще так делать нельзя. Это выбор вслепую, а не «я знаю этот голос». Актриса снималась в сериале «Папик» и пела эту песню еще до участия в «Голос». То есть жюри и в частности Тина знают как и «Голос», так и эту песню. Слегка нечестно получается. Интересно, что Дарья также снималась в клипе «Монатик. Вечность». Подписывайтесь на канал, чтобы узнавать много интересных фактов и новостей. До встречи!